плохо ищите, потому что есть компании, которые готовы заморачиваться с рабочей визой. Вы можете прислать мне резюме ваше на e-mail? Хорошо, давайте сделаем так. Вы пришлете мне резюме, я покажу своим специалистам, которые у нас занимаются рабочими визами. Мы оценим как-то шансы, что мы можем вам подобрать из наших баз. Если мы найдем, что для вас что-то есть, значит, у нас стоит поиск джоб-оффера со всех баз $500. И дальше вы можете уже либо своего адвоката взять, либо нашего адвоката взять, чтобы зафайлить рабочую визу потом. Но вы знаете, это все к апрелю месяцу делается, да? Понимаете? Многие не знают, думают, что рабочая виза это вот нашел работодателя, завтра получил. Хорошо, тогда присылайте резюме, я вам чуть попозже сброшу мой email. Я сейчас за рулем еду, остановлюсь, сброшу мой email. Присылайте, посмотрим, все, что сделать сможем, поможем. А вы не рассматриваете другие варианты легализации, политубежища, например? Политубежища не рассматриваете? Ну просто рабочая виза это очень долгий процесс получения грин-карты. Политубежище значительно быстрее. Вот. И дешевле, и быстрее, и эффективнее. И, ну, цена от $5000 оплачивать можно в рассрочку. Единственное, что у вас должна быть реальная история. Мы с фейковыми историями не работаем. Тогда политубежище вам не подходит. Хорошо, окей, я жду ваше резюме, попробуем вам помочь. Хорошо? Окей, вы мне имейлчик скинете. Да, вы видели наш сайт, вы видели видео наше, все это смотрели, да? Да. Угу. Хорошо. Все, договорились, я вам сейчас сброшу. Угу. Окей, спасибо. Все, до свидания.